Итак, всем привет! Сегодня я вам покажу свою посылку с сайта Bonprix, и это осенний плащ. Значит, посылка очень долго пролежала на почте, к сожалению, просто не было времени ее забрать. Наконец-то мне удалось это сделать и готова вам показать. Я сменила свой, хочу сменить свой заровский плащ, купленный, наверное, лет 6 уже назад. Я обязательно вам его покажу. У него классный дизайн, идеальный пошив, то, что мне нравится. Почему я его решила сменить? Ну, вы, наверное, многие знаете, что ткань со временем начинает терять свои свойства, цвет тускнеет. Неважно, какими вы там пользуетесь, соответственно, средствами, да, которые якобы поддерживают цвет ткани и так далее. Это не зависит от этого. Понятное дело, что рано или поздно ткань просто может развалиться, там, не знаю, превратиться в труху, и это действительно так и есть. Итак, что же хочу сказать про плащ. Первый раз, вот сейчас с вами смотрю, он выполнен из ткани, достаточно качественно пошит. Здесь на рукавах есть небольшие такие вставки. Он, в принципе, не очень длинный. Я потом померю, обязательно вам расскажу. Здесь есть кармашки. Удивительно, но их здесь нет. Это просто обман. Карман-обманка. Ну, это, конечно, не очень нравится, потому что хотелось бы действительно, чтобы здесь был все-таки кармашек. Как-то, ну, плащ без кармана, это уж совсем что-то. Это не плащ. Так, давайте посмотрим подробно. Значит, серия Body Flirt. Здесь у нас с вами европейский размер 36. Пуговицы сделаны в таком вот нежно-кремовом оттенке. Под кожу сделан сам ремешок. Давайте расстегнем, посмотрим. Пуговицы, конечно, придется перешивать. Ну вот смотрите, это очень часто распространенная такая вот вшитая пуговичка на заровском плаще. Она у меня тоже присутствовала. Так, ну давайте посмотрим. В принципе, качество мне нравится. Он, конечно, не такой плотный по ткани, как заровский плащ. Заровский был, хотя... Нет, все-таки этот немножко потоньше. Заровский был поплотнее, то есть он и сам по себе потяжелее. Подкладка здесь есть. Сшито все очень качественно. Даже снизу, если посмотреть, то все прошито, прострочено. Ну и, соответственно, здесь все то же самое. Давайте посмотрим, что у нас с вами здесь есть. Что из чего сделано, как положено, запасные пуговички на случай потери. Но вообще хочу сказать, что когда вы покупаете любую новую вещь, надо обязательно перешивать пуговицы, потому что все они держатся на соплях. Итак, здесь 82% полиэстера и 18% хлопок. Вот. Но, в принципе, ткань очень плотная. Вот я постараюсь сейчас показать в реальности, как она выглядит. Вот, наверное, с этой стороны очень хорошо видно. Камера фокусирует правильно. Все идеально прошито. Мне, в общем-то, нравится. Воротничок также можно поднять. Будет стоечка. Очень неплохо сделано. Мне вообще нравится. Но сейчас главное, чтобы он, собственно, сел и был по размеру. Так, давайте посмотрим, как он выглядит у нас с вами позади, сзади. Ну, собственно, тут ничего нового. Также горизонтальная линия, сделанная под кожу. Ну и сам, соответственно, плащ. Там было несколько расцветок. Там были и цвет вот такой вот, как раз-таки мокка, такой вот ткань. И синий ремешок. Но я решила взять темно-синий. Почему? Потому что часто, даже, наверное, не по той причине, что светлый цвет быстрее, скажем так, замыливается и становится грязным вещь. Дело даже не в этом. Дело в том, что, в принципе, синий цвет, он, как и черный, уже превращается в универсальный такой цвет, с которым можно носить все.
А бежевый, к сожалению, не такой цвет, поэтому еще не стал универсальным. Хотя сейчас в моду входит чуть темнее, чем вот данный цвет, такой, знаете, коричневый. Ну, такой, я не знаю, как вам даже объяснить, такой, наверное, цвет верблюжий. Он тоже становится универсальным и очень популярным среди, собственно говоря, потребителей одежды. Что ж, конечно, сейчас вот из-за того, что очень светло, на самом деле плащ-то очень темно-синий. Вот где-то здесь прослеживается реальный цвет, он темно-синий, то есть он не такой светлый, как сейчас солнце падает, и вы видите. Мне очень понравилась данная вещь. Я уже, опять же, говорю, что я с Bonprix уже не первый год. Я у них очень много вещей покупаю, потому что мне нравится качество пошива, мне нравится дизайн. Мне нравится, в общем-то, все. Вот, ну вот такой плащ. Мы с вами обязательно сейчас продолжим смотреть каталог, который они прислали, и разберем его подробно. Оставайтесь со мной.